Элегантная дама, собираясь в гости, оставляет огорчение дома. Нет более лицемерной шлюхи, чем интеллект, когда он заменяет сердце. Женщины редко ошибаются в своих суждениях друг о друге. В теории теория и практика одинаковы. На практике это не так. Не путай любовь и желание. Любовь – это солнце, а желание – вспышка. Желание ослепляет, а солнце дарит жизнь. Как ни жалко, но эстрадные звезды, в отличие от небесных, быстрее сходят с небосвода. Летом люди становятся немного смелее и диче. У вас есть вещи, которые готовятся на кебабах, на костях. Есть что-то в том, чтобы стоять над грилем или на улице с семьей, что нас вдохновляет. Не становитесь циничным. Не теряйте надежду. Не верьте, что обо всем судят только по целесообразности. В этом мире есть идеализм, есть человеческое братство. О нашей зрелости будут судить по тому, насколько хорошо мы способны соглашаться и не соглашаться, продолжая при этом любить друг друга, заботиться друг о друге, лелеять друг друга и стремиться к большему благу друг друга. Ваша маржа – моя возможность. Что ему до ее прошлого? У него есть право на ее будущее. И хватит. Старая история. Мужчины требуют от женщин больше того, что могут им дать. Порой я читаю книгу с удовольствием, а к ее автору отношусь с ненавистью. Интернет, наш величайший инструмент эмансипации, превратился в самого опасного помощника тоталитаризма, которого мы когда-либо видели. Интернет представляет угрозу для человеческой цивилизации. Рассудок никогда не плачет, это не его дело, а сердце никогда не рассуждает, оно не для этого нам дано. «Как же везет этим женщинам», — подумал он, — «нет необходимости завязывать разговор, нащупывать удобные темы, неуклюже предлагать выпивку, приглашать на танец или поддерживать разговор. Все, что им нужно, это предоставить все своей красоте. Стоит только повзрослеть, и запретный плод обретет привкус горечи. Ничто так не обманывает нас, как наше мнение. Самое главное – серьезно относиться ко всему, что мы говорим и делаем, отвечать за каждое слово. Я стала хозяйкой своей судьбы. Беру только нужное, лишнее отбрасываю. Вы не можете быть всем для всех людей. Никто не знает достаточно, слишком много знают слишком многие.
Нет пользы мудрецу в мудрости, если он сам себе не может помочь. Любой день содержит хоть что-то разумное, и любой цветок, хоть немного меда. Ну посмотрите, что сейчас делают люди для вернувшихся ветеранов. Раненые воины. Они прилагают все усилия, чтобы раненые ветераны почувствовали, что их любят и ждут дома, в отличие от Вьетнама. Тогда это был не очень добрый, нежный мир. Я думаю, что мы добрее и нежнее. Мы можем изменить мир и сделать его лучше. В ваших руках изменить ситуацию. Все, что вы не можете отдать, обладает вами. Только изредка, очень редко, ты позволяешь кому-то в себя войти. Именно это и есть любовь. Те, кто достаточно умны, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Если вы обманываете кого-то, вы теряете одно из величайших сокровищ жизни, вы теряете способность доверять, потому что без доверия любовь невозможна. Я всегда говорил, что люди отчаянно пытаются найти смысл в своей жизни. Ты причина меня такого, каким ты знаешь меня в своей жизни. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. И это великое счастье. Иначе как бы мы все стали жить? Свеча никогда не теряет часть своего света, зажигая другую свечу. Суть человека постигает тот, кто сущность пса сперва в себе убьет. Кто не обладает возвышенной душой, тот не способен на доброту, ему доступно только добродушие. Вы не представляете, как иногда меняются люди, как будто рычажок повернули, и бац, другой человек. Мудрость – царица неба и земли. Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза. Рациональный аргумент можно победить, отказавшись от рационального спора. Тот, кто так мало знает человеческую природу, что ищет счастье, изменяя что-либо, кроме своего собственного характера, потратит свою жизнь на бесплодные усилия. Жизнь – это шанс, воспользуйся им. Жизнь – это мечта, осуществи ее. Жизнь – это обязательство, выполни его. Жизнь – это ценность, цени ее. Настоящий атеист посвящает неверию всего себя без остатка. Всю свою жизнь он люто ненавидит богов за то, что они не существуют.
если на небесах нет собак, то когда я умру, я хочу пойти туда же, куда и они. Меня огорчает известие о том, что в Соединенных Штатах Америки продажа книги может стать предметом расследования, в том числе и уголовного расследования. Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себелюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем толпа. Самое главное, что нужно сделать, если вы оказались в яме, — перестать копать. Что может быть унизительнее для предавшего, чем сознание того, что его предательством не смогли как следует воспользоваться? Чтобы быть любимой, лучше всего быть красивой. Но чтобы быть красивой, нужно быть любимой. Характер человека всегда в той или иной степени зависит от формы и цвета окружающих его вещей. Есть только две вещи, которые нужно помнить. Номер один. Не останавливайся. Номер два. Продолжай. Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен тратить не больше половины своего дохода, а кто хочет приумножить его, не более трети. Я думаю, что буду госсекретарем в качестве моей последней публичной должности. Во многих отношениях я моложе, чем был 20 лет назад. Мы напрасно стыдимся своих слез. Они как дождь смывают душную пыль, иссушающую наши сердца. Жизнь не находит убежища в буре. Речь идет о том, чтобы научиться танцевать под дождем. Страдание необходимо до тех пор, пока вы не понимаете, что можете обходиться без него. Некоторые истории правдивы, которых никогда не было. Если ты хочешь быть беспристрастным судьей, смотри не на обвинителя или обвиняемого, а на само дело. Забота и ответственность – составные элементы любви, но без уважения и знания любимого человека любовь вырождается в господство и собственничество. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая цитата вам близка, и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.